Брюки Леон – это хит продаж. Свет, это хит продаж телеканала Шопеншоу. И мне сегодня радостно от того, что брюки стоят 999 рублей. Это самая низкая цена за всю историю телеканала. Ты знаешь, Оленька, я обожаю брюки, и вот уже один цвет сиреневый у меня имеется в моем гардеробе. Но ты знаешь, глядя на эту цену, я куплю, пожалуй, для себя еще базовые. А вообще бренд Благов удивляет вас сегодня разнообразием расцветок. 6 расцветок на выбор. И, кстати, Оля Гридунова, любительница брючек, которые стройнят ее формы, выбрала темно-синий. Расскажи, тебе комфортно? Очень комфортно. Мне нравится, что ничего не пережимает. Да. Честно говоря, ощущение, что я вообще без брючек. Ну, давайте посмотрим на характеристику материалов, на посадку. Ну, вначале выберем ваш цвет. Ольга выбирает синий. Для тех, кто любит яркие оттенки фиолетового, напоминаю, что этот цвет фаворит многих коллекций именитых дизайнеров. У нас также есть очень вкусный цвет вина, опьяняющий оттенок бордо. Очень красивый оттенок электрик. Мы уже не раз говорили о популярности этого цвета, и на самом деле сегодня его по яркости можно сравнить даже с красным. А вот и малахитовая шкатулочка. Зеленый изумрудный оттенок, который бы точно подошел и мне в том числе. Вот, кстати, к Олиной тунике идеально подойдет именно этот цвет. Оленька, дай мне бордовый цвет, а приложи, пожалуйста, зеленый. Туника Франциска на Ольге Гридуновой с оттенком зеленой листвы прекрасно сочетается не только с синими брюками Леона, но и с зелеными, если вдруг вы решили купить для себя готовый ансамбль. И классика черный. Черный цвет. На самом деле черный – это палочка-выручалочка, но согласна. За 999 рублей доберите и черный, пожалуйста. Ну и возьмите, пожалуйста, какой-нибудь необычный, яркий, например, фиолетовый или бордо. Скидка сегодняшнего дня – 800 рублей. Успеете заказать ограниченную партию. Итак, друзья, звонок бесплатный, оплата при получении 6 цветов на выбор и размеры от 50 до 60. Сейчас предлагаем вам посмотреть на наш подиум, расскажем про сочетание брюк и, конечно же, подберем вам размер. Как Оля сказала, брюки настолько комфортны, что она не чувствует давления на свои прекрасные формы со стороны материала. Это очень важно. Если у вас узкие бедра, берите размер в размер. Если у вас есть секреты в области бедер, лучше взять на размер побольше. На Марине Пигашкиной мы видим очень деловой стильный ансамбль вместе с трикотажным жакетом Мариетта. Основа жакета – синий цвет, цветы бирюзовые. Мы с вами вернемся к составлению базовых ансамблей, а пока брюки Леона синего цвета и жакет Мариетта выглядят как готовый комплект. Танечка, Татьяна выбрала для себя тунику Франциска, как и Оля Гридунова, и под яркий принт василька на тунике мы подобрали для Татьяны брюки Леона. Татьяна носит в области бедер 52-й. Брюки, посмотрите на идеальную посадку, размер в размер. Екатерина Шестеркова, на Кате 54-й. Катюша носит 54-й размер. И, внимание, вы можете уже сейчас заказать стильный кардиган-жакет Аристея. Ты знаешь, как здорово, что есть телеканал Шопеншоу. Почему многие боятся ярких цветов брюк? Потому что не знаю, с чем их сочетать. С вами сегодня работает профессиональный стилист Светлана Воронцова. Предлагает для вас готовые весенние ансамбли. Уже через один день наступит весна. Вы обновили свой гардероб? Вы сделали свои заказы на телеканале? Не забудьте про бесплатную доставку, если вы соберете готовые образы. Ну что ж, Оленька, поговорим сейчас о комфорте и начнем с ткани. Давайте. Я знаю, что многие женщины сегодня предпочитают выбирать комфорт. А комфорт мы добиваемся этого за счет эластичной текстуры материала. При этом, Оля, хочу заметить, что ткань на наших брюках обладает очень хорошей плотностью. Именно плотные, эластичные, упругие ткани корректируют ваши формы и безупречно садятся и на область бедер, и на область талии. Давайте посмотрим, что же нас ждет в области талии. Ты знаешь, на самом деле, когда я увидела эти брюки, я сразу подумала о том, что это костюмная ткань, и она совсем не тянется. Мне очень радостно, что у нас случится идеальная дистанционная покупка. Я согласна. Подстроится точно. Здесь, Оленька, много вискозы, здесь много лайкры, есть полиэфир. Полиэфирное волокно необходимо. Что бы вам ни говорили многие ваши знакомые, я хочу сказать, как женщина и как стилист, я, между прочим, выбираю всегда яркие материалы с добавлением полиэфира. Ведь если бы полиэфирного волокна сегодня не было в текстильной ткани, то яркие краски быстро бы вымывались. Вот почему сегодня технологи создают для вас современные ткани с добавлением полиэфирного волокна. Успейте заказать специальное предложение только
только с сегодняшнего дня. 999 рублей. Пока что все цвета в наличии. Все размеры также выжидают именно вашего звонка. А звонок абсолютно бесплатный. И оплата при получении. Кстати, Свет, хочу поговорить с тобой о стройности. Ты знаешь, редко бывает, когда надеваешь на себя брючки, и они, в принципе, смотри, вот выравнивают, да, все ножки, делают вот стройнее тебя. Расскажи, пожалуйста, в чем секрет стройности? Мы поговорили про материал, Оль, а сейчас я бы хотела заметить, что наши брюки Леона имеют классический фасон, крой так называемый. Поэтому, дорогие женщины, классика вечна. Такие брюки никогда не выйдут из моды. И что самое интересное, дизайнеры добавляют сегодня в коллекцию брюки для того, чтобы женщины с нестандартным типом фигуры получили новый стройный силуэт. Именно за счет классического прямого кроя наши ножки кажутся стройнее и длиннее. При этом хочу добавить, что на наших брюках есть еще небольшая стрелочка, при желании которой вы можете убрать. Итак, брюки Леона с эффектом стройности. Классика на все времена и комфортная ткань. Ты знаешь, Свет, очень популярны уже стали брюки Леона. Но они всегда являлись бестселлером телеканала Шоп-н-Шоу. А сегодня заказывают по 2-3 пары. Дорогие наши любимые телезрители, преображайтесь, готовьтесь к весне. Совсем скоро наступит весна, и мы должны с вами показать себя во всей красе. Приобретайте готовые ансамбли. Ну а брючки сегодня вообще со стройняющим эффектом. Знаете, что мне еще нравится? Мне нравится, что я нормально дышу животом, и ничего на него не давит. Да, это за счет эластичной ленты. Я хочу сказать, что наши брюки Леона выполнены не только из комфортной эластичной ткани. Посмотрите на область животика. Благодаря эластичной текстуре мы идеально подстраиваем брюки под наши формы. А вот это плотное трикотажное текстильное полотно подстроится под любые ваши параметры. Дамы, у кого есть секреты в области талии, вы не можете подобрать для себя брюки. Выбирайте брюки Леона на эластичной ленте. И сейчас с Олей Грядуновой мы еще раз вам покажем все 6 расцветок на выбор. Ну что ж, друзья, выбирайте пока что все 6 цветов в наличии. 999 рублей. Размеры от 50 до 60. Берите сразу несколько пар. Фиолетовый цвет, классический черный, изумрудный зеленый, бордовый, васильковый синий и темно-синий цвет на Ольге Грядуновой. Итак, друзья, смотрите, выбор за вами, но мой вам совет, за такую стоимость нигде не найдете ничего подобного. Это действительно изумительная ткань, это ваша стройность и привлекательная цена, успейте.